Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Dying Light. Мы сейчас ищем инсулин в квартире папаши, той девочки, которая страдает. Он вроде бы погиб, вообще все родители этих детей погибли. Надо найти для одной из них инсулин. Городское мачете. 600 базовый урон. Я хочу найти теперь уже какой-нибудь, чтобы под 800 был базовый. Надо меч сделать вот этот вот, электрический. На базе почти 800, где-то 1200, наверное, будет. Но прокачка тяжело пошла. Кстати, он вот так вот делает. Поднимал сейчас руки вверх. Это значит, рядом враги. Да. Не мать ли это той девочки? Темная область. Слушайте, клевец быстрее убивает. Реально, быстрее, чем вот эта штука. То есть урон вроде меньше, но именно в голову, по ходу дела, он лучше голову раскалывает. Этот конечности обрубает, но голову не так отсекает хорошо. Как мне кажется. Кстати, надо один удар сделать уже. И отремонтировать. В смысле, не тратится? О. Не получилось бесплатного ремонта. Не так часто срабатывает. У меня оружие на грани уже. Рисунки. Кролик прикольный с красными глазами. Ну, у белых кроликов, кстати, реально красные. Телевизор включенный. И даже не сломать его. Статуэточка. Звук есть, а эффекта нету. То есть они не физические. Жаль. Прикольная вот эта стилистика с мозаикой восточная. Но она довольно популярна сейчас. Ее нередко используют. Вот эта мелкая мозаика всякая. Красиво ведь смотрится, да? Вот это вот все сейчас делают такое. На кухнях бывает. То есть раньше был минимализм, а в последнее время вот появилась любовь вот к такой отделке. Где много узоров, всяких мелкая мозаика. Хотя я бы не сказал, что я фанат такого. Но в этом что-то есть. Сразу подготовим выход. Такое ощущение, что фонарик немножко ослабевает. Вот, пожалуйста, он поэтому и выключается. Вот в чем дело. То есть он заканчивается. Твари. Записка Экреме. Харика, съезжу в аптеку за лекарством для Алии, потом зайду в пиццерию Фархата и заберу Алию из детского сада. Привезем чего-нибудь на обед. Будем дома к 6. Мы тебя любим, Экрем. Значит, он поехал в аптеку, но до детского сада так и не добрался. Руперт, где пиццерия Фархата? Что? Просто скажи мне адрес. Так, да это же рядом с волшебной крепостью на улице Меркантиль. Мама, папа, я счастливая семья. И папе. Щенок такой гигантский.
Надо уходить отсюда. Только я забыл, где тут выход. Вот. Ха-ха. Так, вниз. Угу. Пиццерия. Вот и отец, да? Выжила, да, скотина? Так, ладно. А это не может забежать, интересно. Инсулин. Сообщать не будешь? Так, зря. Так, ладно, побежали. А тут что такое? Так, а где он там? Большое спасибо, что помог мне, отправил эту нечисть обратно в ад. Что там, спасите нас? Там может задание какое-то? Нет, только торговец. Зайдем, продадим. Hey, friend, over here. Поспать. Я нашел отца Алии в ресторане, он был мертв. К счастью, при нем было лекарство для Алии. Теперь надо как можно скорее вернуться к Руперту. Такой мрак тут. А, не ниже, точно. Даже не верится, что ты это сделал. С ней все будет в порядке? Да-да-да, это именно то, что ей нужно. Я позабочусь об Али, а ты пока посмотри за детишками, ладно? Ну, если честно, у меня мало времени. Просто говори с ней, больше им ничего не нужно. Я уже сказал им, что ты великий воин, вроде как рыцарь. Да ну, а когда вернется твоя жена? Ты справишься, мне нужно немножко времени. Дети, наш воин-герой вернулся с целебным снадобьем для Алии.
Он останется с вами и будет вас защищать, пока я дам Али волшебное снадобье. Эй, погоди. Я ненадолго. Ну, уровень будет или нет? Да. Так, мины-ловушки. Ну, я так думаю, урон будет такой же, как у этих гранат. Такое. У нас 22 уровень, а это на 25-м. Еще качаться и качаться. Вот ловкость совсем не прокачана. Кадим, какой у него меч. Привет, малыш, как тебя зовут? Кадим. Кадим, хорошее имя. У меня есть секрет. Правда? И у меня тоже. Какой у тебя секрет? Агент ФГМ. Какой секрет у тебя? Можешь собрать мои кубики? Разве это секрет? Я их немножко рассыпал внизу, у входа в подвал. А мистер Руперт говорит, чтобы мы не подходили к подвалу, ни в коем случае. Но я спустился туда посмотреть и услышал какие-то странные звуки и уронил кубики. Они рассыпались повсюду. Можешь их собрать и принести мне? Непростое задание, но я постараюсь. А я там был, там зомби кричали снизу. Новые товары, да, появились. Сходим, посмотрим. Быстрый спуск называется. Так. Все? А задание выбрать это? Я не все собрал, да, выходит? Ага. Так, тут не может быть. Готово. Вот, Кадим, все твои кубики. Спасибо. Ведь ты ничего не расскажешь Руперту? А ты сохранишь мой секрет? Что ты работаешь на... Как ты там говорил? Я сохраню твой секрет, Кадим. Но мне надо будет поговорить с Рупертом о тех звуках в подвале. Я тоже их слышал. С Али все в порядке, сейчас она спит. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Еще раз спасибо, мистер Крейн. Жасмин уже скоро вернется. Дети утомляют, я знаю. Наверное, уже рвешься уйти. Еще нет. Но у нас не так много еды. Это очень большая ответственность для одного человека. Я вызвал подмогу. Они скоро прибудут сюда. Зачем? Мы с Жасмин сами справимся. Руперт, я был в подвале. Ясно. Мне очень жаль, Руперт. Иногда в этих звуках, мне кажется, в них иногда пробивается ее голос. Ее... То есть это его жена там в подвале? Он ее там запер? Не смог ее убить. Решил сохранить ее в подвале там. Офигеть. Я надеялся, что смогу выполнить ее просьбу, но не смог. Моя жена, моя красавица Жасмин. С этим надо кончать, Руперт. Я скорее позволю ей убить меня, чем подниму на нее руку. Просто дай мне ключ от подвала. Подземелье. Да. Офигенная вот эта серия заданий, миссий. С детским садом. Просто супер. Круто.
Ты уже был внизу? Боюсь спрашивать. Круто, круто, супер. Идем разберемся. Так, чем мы ее? Из лука. Нет, опасно из лука. Лучше клевцом. Прочувствуйте это. Насколько офигенно. Там слева, наверное. Ага. И где же она? Заховалась. Почему я больше хрип не слышу? Вау, какая статуя офигенная. И ребенок снизу разбитый, ангел. Но она тоже ангел. Так, то есть она не тут, надо идти туда. Электричество выключено, мне казалось, звук отсюда шел. Я везде выключил электричество, во всем доме. Это безопасно вообще? Может, там ловушки были какие? Теперь без света, без освещения. Офигенно просто. И у меня фонарик заканчивается. Шик. Не, она там. А как этот фонарь светит, объясните мне. Круто. Казалось бы, всего лишь один зомби, я по сотне их убиваю. Ну как же атмосферно. Вот она. И все, я это четко сделал. Клец, кстати, уже на грани. Типа их свадебное фото. Все, пойдем отсюда. Ты нашел ее? Ты сумел ей помочь? Теперь она обрела покой. Спасибо тебе, от нас обоих. Может, когда-нибудь я сумею себя простить за то, что я сделал, за то, чего я не смог сделать. Круто. Девочка, даже без имени. Ты правда уходишь? Так надо. Но к вам на помощь спешат друзья, они скоро придут. А если их схватит тролль? Какой тролль? Там на стоянке огромный тролль. Страшно шумит по ночам, спать не дает. Это нехорошо, надо его прогнать. Не нужен нам этот тролль на стоянке, правда? Нет, сэр. Интересно, что
По-английски он сказал «No, sir», а перевели, написали «Да, сэр». Ну, тут и так может ответить. Прикольный рисунок, который как бы все сразу объясняет, что тут происходит. То есть они и в геймплей смогли, и в сюжетную составляющую. Класс. Так, спать не надо? Не, утро у нас. Славный вид. Красота. Куда дальше? Убейте тролля. Так, это ж нормально, да? Ага. Да вот он, да? Таких уже убивали, нормально. Три. Ладно, теперь все чисто. Крейн, это был не тролль. Что? Вот он, тролль. Ну, конечно. Так. О, сейчас набежит всякой хрени. Вот скотина. Давай, вставай. Так, отойди-ка туда вот. А, патронов полно. Неужели? Минус тролль. Крейн, это Руперт, ты в порядке? Да, но я не думал, что смотреть за детьми так тяжело. Это верно, твои друзья уже прибыли, так что я снимаю шляпу волшебника и возвращаюсь к себе в мастерскую. Давай встретимся там. Я перед тобой в долгу и хочу расплатиться. Встретимся там. Так, а что в нем будет? Паладин, неплохо. И отличное что-то там. Стрелы. Измажемся троллем. Вот так. Тролли помазаны. Куда там дальше? Сверхоружие, пойдем сюда. Потом к Руперту. Даже зелье ускорения не особо поможет, мне кажется, потому что в основном прыгаешь.
Вот тварь! Да ладно, падай уже! Снизу поставка какая-то. Угу. Валится просто. Мощная катана, гладиатор. Давай скорее, сюда идут. Давай. Так, тут закрыто. Так, все, наверх отсюда нафиг. Все, идем тестировать супероружие. А, снизу он там был. О, как прогресс. Крейн, как раз вовремя. Только что закончил последнюю версию. Эта штука потяжелее, но мне пришлось строить механизм в ручку. Осторожнее с ней. Не, правда, очень аккуратно. Это такая сила, что может и братку дать. Намек понял? Нет? Ладно, без намеков. Если не будешь аккуратен, себя искромсаешь. Окей. Ладно, представлю, что это джедайский меч. 40 мутантов. А где это мы? Где-то за городом. А где зомби-то все? Сейчас меня гуляют. Да уж. Против тролля особо не повоюешь так. С голой задницей, даже с таким мечом. Сейчас попробую еще раз. Чувак, давай же, ты вообще не стараешься. Ну давай, я хочу еще раз попробовать. Сначала блю она. Да ладно, я ж сзади стоял, как он меня ударил так? Офигеть просто! Хотя тут есть в полях народ. О! С хапишом. Ой, это тварь. Так там блюн. Ой, тут блюн. Блётная тварь. О, тут есть народец.
Да я его убил, а он меня после смерти ударил. Обидно. Хорош. Ой, там народу сколько, может, и успею даже. Тут не видно, правда, в кустах. Ну когда? Успел, да? Фух. Эй, вижу улыбку на твоем лице. Ну что, лучше? Работает, но к чертям собачьим сжег кожу на ладони. Хм, дай подумать. Если взять другой материал, насверлить отверстий... Ладно, зайди позже. Я для тебя изготовлю настоящий шедевр. К тому времени, как изготовишь, тут уже обычное оружие эволюционирует. И будет не хуже. Три луны. Побежали. А, к Руперту. Это где-то здесь. Где-то войти надо. Ага. Рад, что ты пришел. Ты оказал мне большую услугу в волшебной крепости. Был рад помочь. Я хочу тоже что-нибудь сделать для тебя. Посмотри вокруг. Если найдешь что-то, что тебе нужно, бери себе. За счет заведения. Это очень приятно. Спасибо. Спасибо тебе и удачи, Крейн. Меч ангела. Ух ты. Электричество и огонь. Плюс 203. Мощная катана. Сделаем? А что надо для этого? А, куча всего. Хотя у меня куча всего есть. Изоленты маловато получается даже. Так, ладно. Сейчас что-нибудь купим. Карбоновая сидушка. Вы посмотрите. Карбоновая. С ума сойти. Здание офигенное, награда под стать. А, вот тут что есть. Полицейская винтовка, 180. Ну, у меня больше урон. У меня 368. Хорошо, хоть отпирать не надо. Кто там рядом кричит? Так, Тобиас. Усилители скорости, кстати, их не использую. Ладно. Места нет для них. Тут рядом. Ну-ка ж, давай-ка посмотрим, что ты там сделал. Так, думаю, это финальная версия. Клинок острее и прочнее, чем раньше. Плюс у него балансировка такая, что бьет как копытом. Если она работает, я думаю, что да. Ты можешь идти и все там зачистить. Ага.
Ну-ка. Иногда я пытаюсь понять, когда все пошло не так. 45 мутантов убить. Ой, тут тролль. Два тролля. Да кто там? Блин, сзади подобрался, просто мгновенно убил. Мгновенно убивают. Так, поосторожнее. Бегуны эти, засранцы. Не спешим. Так. Блевотина. Я прыгнуть хотел через него. Уже нажал. Что за нафиг? Так, успеваю я там. Ну как ты так? А, там тролль, все понятно. Я, наверное, не успеваю. Успел, еле-еле, просто вот на грани. Ну, и как оно? Ты был прав, прекрасно работает. Отлично, оставь себе, считаю, дарю это в знак признательности. А не потому, что боюсь, что эта штука внезапно взорвется. В общем, я остаюсь тут. Покумекаю над новыми идеями. Заходи как-нибудь, может, будет чего на продажу. Мачете повстанца. Это она есть? Серьезно? 394? Да ладно. Как-то возможно. Это не может быть оно. Или он чертеж дал мне какой-то? Не знаю, нету ничего особенного. Да это не то, это обычная мачете, я что-то не понял. Что-то я не понял. Ладно. Побежали на базу. Ной. Если будешь рядом с фан-зоной, проверь, что там происходит. Ты о чем это? Сам услышишь, кто-то зовет на помощь. Там женщины и дети. Ага, фан-зона, 10 тысяч опыта. Основное задание. Глянем. Сколько раз я это смотрю, до сих пор не могу поверить. Сегодня был обнародован внутренний документ ВГМ, из которого следует, что намерения данной организации насквозь преступны. Вместо того, чтобы искать вакцину от хоранского вируса, ВГМ собирается превратить его в химическое оружие и продать тому, что дороже заплатит. Реакция мировой общественности. Нет, давай сразу к сути.
Я был последним из уцелевших в зоне карантина. Мне даже не верится, что я спасся. Мне не верится, что я жив. Мы скорбим по всем погибшим, но, как сказал президент в своей сегодняшней речи, жизнь продолжается, и нам нужно смотреть вперед. Военные части обошли всю карантинную зону в поисках уцелевших, но теперь там остались только мутанты. По словам полковника Таннера, как только закончится санобработка, возбудитель инфекции будет полностью уничтожен. Это все министерство, они хотят уничтожить город и ищут себе оправдание в глазах мира. Слушай, пока ты не умчался все крушить в гневе, мы уже придумали, как передать сообщение. Мы разместим взрывчатку в жилом здании, устроим пожар в виде осмысленного изображения. Зомби такого не смогут. Проблема в том, что наш человек Майкл уже нашел подходящее здание, но не может подняться на верхние этажи, там слишком много кусак. Мне не очень приятно в этом признаваться, но у нас нет никого, кому по силам это сделать. Но надо же что-то делать, и прямо сейчас, иначе и вас, и меня, и Джейд, и вообще всех разнесет в клочья. Передай Майклу, что я совсем разберусь. А ты пока свяжись с Джейд, хорошо? Уговори ее со мной встретиться. Даю слово. Угу. Такие дела, но еще не все потеряно. Вполне все разруливается. Так, что тут? А. Испытание DLC. Need some new gear? Клевец продаю. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи!